Джакарта, Индонезия. 24 сентября 2003 года. Простите, что прервали ваш обед. Ничего страшного. Я как раз закончила. Извините, сэр. Меня обвиняют в каком-то преступлении? Нет, конечно, нет. Может, вы взяли не того человека? Вы же Ибуратна, профессор микологии. Из университета Индонезии. Значит, вы тот человек, который нам нужен. Ибуратна, вы не могли бы изучить подготовленный образец? Вы заметите, что он пусть сама сделает выводы. Да. Это офиокордицепс. Но зачем вы обработали этот образец хлорозолом? Потому что этот образец был взят из организма человека. Но кордицепсы не живут в людях. Это невозможно.